Привет, данное вступление я записываю именно сегодня. В общем-то, многие уже, наверное, видели видосы, по ссылке пришли всем. Ну как всем, ладно, большинству. Вот, и соответственно, у каждого блогера есть свой пин-код. Его вы сможете найти в этом ролике. И пока что еще абсолютно никто из блогеров не активировал кое-что прямо на телеке. Точнее, не включал, вот. Ну и, соответственно, содержимое по ссылке, я думаю, многим уже известно. Но все-таки, я думаю, вам будет интересно посмотреть данный видос и от меня. Поэтому давайте, устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Не забывайте еще, что по первой ссылке в описании вы можете забрать себе магма-пушки и магма-шлемаки. Данная садится для новичков. Новички по этой же ссылке могут зарегаться. В общем-то, что? Вот эта посылочка пришла нам прямиком из Москвы. От Mail.ru. Собственно, они меня оповестили об этом. Я там был в курсе, что она придет. Вот. Но, так как это редкость у нас, так что не судите строго, я буду открывать и делать анбоксинг так, как умею. Точнее, никак. Вот. Ну, в общем-то, давайте начнем. Ого, деревянный ящик, на котором изображена вот эта вот тварь, против которых мы будем драться. Тут еще вот эти стяжечки резиновые, биохазард. Что это значит? Биологическая опасность? Как это открывать? То есть, наверное, это делается вот таким образом. Типа вот эти вот резиночки снимаются. Спилось. Хоба! О, кстати, свеженький. И пахнет прям деревом. Так, это у нас что? Карта местности, маска, ну потому что сейчас у нас такие прям времена, трекер здоровья, набор инструментов и загадочный артефакт. Этот компьютер использовали наши далекие предки для развлечений и учебы, а этот желтый брусочек применялся для хранения информации. Возможно, он содержит знания, которые помогут тебе в бою. Это, я так понимаю, вот это! А приставка? Куда я вставить должен это? Как я должен это посмотреть все? Это, собственно, часы. Mi Band, о, да? Mi Band, да, четвертая. Это крутые? Да. Да? Угу. Я просто не шарю. Как бы я никогда этими часами не пользовался. Коту вон тоже понравилось. Запах. Сидит такой. Вот так вот. Что это? Это обычные часики, да, типа, которые показывают? Ну вот как у меня. Шагомер. Там пульс и так далее, да? То есть ага. Они к моему телефону подконнектятся? Да. О, как это клево. Ну да, у меня только двойка, у тебя четверка уже. Так, эту мишуру мы еще... О, тут еще и приставка есть! Сама приставка! Да охереть! А, это масочка как раз. Прикольная, реально. Варфейс есть надпись. Жаль. Это вырежем. Ну, прям натягивается еще. Она затягивается. Затягивается, конечно. Сэшо. А, это реально карта вот эта вот, в которой мы, собственно, будем проходить спецуху. Отель, газстейшн, вертолет, зеленый хаос. Подожди, зеленый хаос, это что? А, ну тепличная зона. Я понял. Ну это, короче, вот начальная локация, в которой мы вот спавнимся. Вот тут пробегаем, тут всякие штучки выполняем. Кстати, это что такое, я не знаю. Но вот тут есть кейс, который дает 1000 ресурсов. Это реально есть такое, я эту фишечку обязательно вам покажу. Короче, в этих ноутбуках по 1000 ресурсов, вон наверху. А как его? Нужно выстрелить, чтобы он упал. Серьезно? Угу. Ни хрена. А ты откуда знал? Ну, я знал, что эти ноутбуки по 1000 ресурсов, потому что они на следующем этапе, и просто когда переигрывал, нашел один наверху. О, а это мы куда подцепим, я не знаю. Это, собственно, приставка, да, на которой мы сможем запустить... Блин, ну никогда не было в детстве такой приставки. Никогда. Никогда. И уж сейчас 25 лет. У меня появилась приставка! Блин, а как мы его почувствовать? Проблема найти такой интерфейс в телевизорах современных, ну. У нас этот на кухне стоит старый. Мы сможем подцепить? А это что-то секретное. Ну, наверное, он же плоский, о но чем старый. Мы говорили, да? А это. Нет, секретное это вот это. А это и набор инструментов. По идее. Так. А это у нас что? Ключи от автомобиля. Это что такое? А, это фонарик какой-то. Да, это реально фонарик. Его сдавливаешь, и он светит. Там еще вон фонарик.
Ой, компас. Так это фонарик для ключей, для брелок. Брелок для ключей. Идеал. Идеал. А он работает? Нет, может, он реально нет батареи? Да, там нет батареи. А я кретин. Так, я вижу линейку с другой стороны. Да, и открывашку. Это то, что нужно. Это открывашка для пива, да? А это что? Это типа для вина? Ну... Ну, продавливать. Там ничего? Проб. Отверстия никакого смотрю. Нет, вообще ничего нет. Может быть, это магнит? А это что? Это... Не, ну ручка прикольная. Это что у нас такое? Флешка, я думаю. А, нет. Нет. Свистни. А, понял. Понял. Это свистюлька. Так. Это у нас что такое? Это компас. Ничего себе. Ничего себе. Ой, такой прикольный. Биринг. Пивнуха? Это понятно, зачем открывашка в наборе. Это чтобы пивнухи найти. Ссылка всегда указана. А что он, смотри, он сам компас двигается. Вообще она должна лежать, по сути, чтобы нормально показывала. Вот там север. Вот, это больше похоже на то, что там север. Так, это что у нас такое? Ой, какое-то лезвие. Ну, тут тоже есть, очевидно, открывашка двух видов. Там китайские иероглифы, там непонятно, сколько применяли. Так, хорошо. И это у нас ножик, да, раскладной? Нифига. Нифига себе. Не, ну все прикольно. Теперь надо осталось разобраться с этим. У нас на телеке нет ничего белого и желтого типа. Кот. Чупанства вообще нет. Ну я его взял вообще чуть-чуть тихонечко. Там точно нет, а там же есть дырочки. Так, готовы? Да. Я не знаю, что там. Но мы увидели картиночку в артисте. Этот. Ща. Вот так вот. Там музыка 8 бит Варфейса. Тихо-тихо. Куда сюда, блин? Кот, выходи, да. Давай быстрее. В общем-то, я хорошо, что не стал вам это все зачитывать полностью весь текст, потому что текст в принципе ни о чем. Там ведется диалог, я так понял, какой-то агентки вместе с Нодой. Ну то есть это, грубо говоря, сообщения все адресованы Ноде. Вот, может кому-то это интересно будет по сюжету, так что если что, стоп-кадры ставьте и зачитывайте. Ну а так вообще самая соль в чем? В том, что нам нужно забрать этот самый пин-код, который вы увидите сейчас на экране. Да, я прям в тот же момент написал админам и узнал. И да, действительно, это пин-код. Так что можете его смело активировать. Я так понял, у него активация безгранична. В общем-то, мой пин-код это PowerPod, как вы уже поняли. А у MC Сереги и у Крымского был один и тот же пин-код. И он у вас на экране. Остальные пин-коды вы найдете в закрепленном комментарии. По мере их нахождения я буду вам их туда оставлять. Не благодарите. Ну и все, ничего больше не жмется, короче, на этом все. То есть на нем было познание с информацией. В двух словах я вам его сказал. Ну и все, на этом. В принципе, больше нечего сказать. Я надеюсь, что на ней можно будет играть всякие там эти червячка, там вот эта вот вся детская шалобуда. Вот, огромное вам всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам ролик был интересным. По крайней мере, мне он был интересным. Вам желаю удачи и пока-пока.